Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду слушать порнофильмы, это новые треки, ну, один из... Дядя Володя, вот сын мой старший решил поставить «Дядя Володя». Как-то меня напрягает это название. Ну, давайте послушаем. Это музыка знакомая какая-то. Катались с пацанами на велосипедах. Другая гора скрутилась, колесо бах. Рама бьет пах, мама бьет нах. Сломался новый велик и дырка на штанах. Я слышал, вроде хорош в ремонте. Сосед полковник КГБ дядя Володя. Дядя Володя? Дядя Володя! Только подтекста, конечно. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Ну, вот, друзья мои, ну, все читаемо, да? Вроде бы ни о чем. Песенка ни о чем, но с большим глубоким смыслом. Люблю подтексты, неважно о чем. Ну, а у нас же, значит, принято, да, на тему нашей жизни политической, в том числе, что-то там бастовать и призывать к чему-то это. Тут ни к чему не призывают, тут все наоборот, вроде как. Но на самом деле это такой, значит, большой подтекст. Хотя я говорю, вот как бы смыслово, вот, ну, ни о чем, да, вроде, казалось бы. Вот. Ну, удалось преподнести так, чтобы всем было понятно. А, даже вот что-то как-то захотелось что-нибудь еще послушать из этого. Ну, в следующий раз. Всем пока!